Так, вот мы из парка Горького выезжаем. На канатной дороге. Харьков 12:51 по Киеву. Мы назад едем. Наша телевышечка. Августа. Класс, купола, как в церкви. Это высота. Да, Жорка, не боишься? Боюсь. Боишься? Не бойся. Двигаться. Земля. Как это? Ну вот. Качается под нами кабинка, ты имеешь в виду, да? Нет. Земля едет с нами. Земля. Земля. Земля стала. Двигаться. И вправду она двигается. Да, только там было. И все-таки она вертится. Вертится. Да. Приписывают эту фразу Галилео Галилея. Когда он после того, как его церковники заставили отказаться публично от своей теории о том, что как это называется, гелиоцентричности. Теория гелиоцентричности — это, ну, что Солнце находится в середине Солнечной системы, и признать геоцентричного. Папа, ты уже сейчас с кем разговариваешь, да, со мной? Он сказал, что все-таки она вертится, Земля. Что Земля вертится вокруг Солнца. О, красота какая. Что ты хочешь? Водички? Сейчас открою, солнышко. Сейчас открою. Давай. О, смотри, похоже на... Открывай дальше сам, Самуля. Смотри, вот эта кабинка подходит.
смотри, кабинка застрявшая. Как это застрявшая? Ну вон, видишь, квадратик. Не понимаю, о чем ты. Тень от наших кабинок, да? Тень от кабинок. Что? Ну, говорю, да, наши. Тень от кабинок. А я думаю, что ты сказал 9 кабинок. Нет. Что синий? Ну, кабинка синяя. А, да. А Жизе нравятся синие кабинки? Ну, зеленые, синие, красные, желтые. То есть все кабинки тебе нравятся? Да. Завтра я покатаюсь на желтой кабинке. А назад на красной. Это очень интересно. Что, тебе не наскучит это два раза в день кататься? Не интересно? Не скучно? Нет. Не надоест тебе? Нет. Не надоест. Объект жилой комплекс. По улице Новгородская, 85. Вот так. Ну, тут вообще так низко. Можно даже выпрыгнуть. Мы пролетаем через... Но только один раз. Мы пролетаем. Ой, снова начало. Что ты говоришь? Мы проезжаем станцию Упаковский дом плохой. Как это Упаковский дом плохой? Ну, который все ломается. Это не ломается, это строится. А, это стройка, а не ломалка. А его стройку что, уже починили? Стройку починили? Не знаю. Судя по тому, что это тройка, наверное, не очень хорошо починили. А тут все как в джунглях. Джунгли поглощают. Там где-то Маугли, Рикки-тикки-тави вполне возможно. Ой, я провалился. Нет, главное, чтобы не ниже пола, а все остальное мелочь. Ой. Чего? Чего ты ойкаешь? Ну я падаю. Ой. Да, что-то там зарисовали, я догадываюсь, мы что. Мы пассажиры. Мы проезжаем с концу деревянной речки.
А у реки, а у реки, а у реки. Какая крыша интересная. Цветная. Не успели. Ну да ладно. Ой, все цветет. Смотри, как красиво, сынок. Да. Цветет что-то там, какое-то дерево. Сам каменька. Ой, ой, ау, ау. Ай. К дверям не подходи, сыночек. Ну, походу. О, сорока, сорока белобока. Где сорока белобока? Ну, вон, на дереве. А, вижу, да. Сорока белобока. Считает пассажиров. Что я не вижу, я поймал, не поймал, окулял. Уважаемые пассажиры, мы проезжаем на станцию Хлебница. Какая станция? Хлебница. Что такое Хлебница? Хлебница. Ну вон, же. Вон, посмотри внизу, видишь? А, хлеб. Как ты думаешь? Не, это камыши. Это не, не пшеница. Ты думал, это пшеница так растет? Нет, это на хлеб. Камыши бывают не такие. Камыши бывают просто с травкой. С травкой бывают. А еще, а во-вторых, камыши бывают с этими овальными, а не такими пушистыми. В-третьих, они бывают серыми. Понятно. Ты что, не видел, где камыши растут, что ли? Ну, видимо, нет. Судя по твоему описанию, нет. Так, вот мы уже и подъезжаем. Пассажиры, мы проезжаем на станцию Дровняка. Жора, спой лучше песню, а? Нет. Ну, пожалуйста, я тебя очень прошу. Нет, я тут заветный. Какая станция? Мы проезжаем на станцию Провоз детской. И мир паровозов детков. Ты можешь мне вот эту песню напомнить, как она пелась? Которую ты громко вчера пел. Lately I've been a bit of a sleep. Jamming on the silver way. Lately I've been a bit of a sleep. Some can't run through behind your. Классно. So no more counting dollars, will be counting stars. Уважаемые пассажиры, we'll мы проезжаем на станцию Береза. Береза? Господи, где ты таких названий нахватался, сынуля? Да еще на украинском. Жорка, где ты их слышал? Такие названия. В садике. А, в садике. Учился. Counting dollars. Мы не будем больше считать доллара, мы будем считать звезды. Так, смотри, я сижу на другом боку. Смотри, папа. Вижу, вижу, да. На синем. На снегу. We'll be counting stars. We'll be counting stars. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Lately I've been praying hard. Ты это не запомнил? Lately I've been praying hard. Смотри, смотри, дыры. Ну да. Это чтобы водичка стекала в пол. Так, по-моему, нам уже надо паковаться. So no more counting dollars, we'll be counting stars.
We'll be counting stars. Уважаемые пассажиры, мы проезжаем станцию одуванчики. Одуванчики? Да, видишь, одуванчики. Когда они станут белыми, то их можно будет надувать в Винни-Пу. Так, ну ладно, все, финишируем. Хорошо мы покатались, погодка у нас прекрасная. Да, открываю дверь. И даже ни разу не останавливались. Осторожно, я открываю. Подожди, сейчас нельзя, сынок. Я открою сам. Ага.